в фойе театра. Тут что-то типа выставки, хотя я еще такого не видел. Видите, это декорация спектаклей, которые были сделаны как раз-таки самим Акимовым режиссером, в честь которого назван театр. Давайте посмотрим еще одну декорацию. Акимов был не только выдающимся режиссером, но и сценографом. Видите, какие он делал декорации для спектаклей. Очень оригинально оформлено. Это, например, декорации для спектакля «Лев, Гуруч, Синичкин».